Одного держали. Амфоли, или... одного подержишь? Ну, наверное, я не знаю. Сферы пособираешь, сферы, как в прошлый раз? Ну да, без проблем. Хорошо. Тогда анхоли держи, а Макнери пособираю. Ну, блядь, а ты, Хант, в одного не собираешься сферы? Там много пролетает? Тут, короче, вот от стены, вот здесь вот, точнее, если вы там, вот, вот здесь вот, где щит. Вот один щита, один между этими. Я понимаю, я спрашиваю, как статистика, много пролетает, если один Хант? Монки много пролетает? Я не знаю, может быть, 1-2 пропускаю. Вообще из всех, да? Которые долетают до рейда. Ну да. Ну не, на нашу вообще не пролетало. А что по рыбке? А что по рыбке? А что по рыбке? Блять, ну ладно, я умирал, можно поставить. Что по рыбке? Ну ладно, тогда Мэтнери пособираешь сферы слева, получается, Хан справа. Там, и Анхоли потанкует. Тогда сразу не домажьте, дайте ему время набрать немножко агро, я скажу, когда бить. Да, беги быстрее, пока мы рыбу кушаем. А все, в смысле? Подожди, не, сейчас там био локална. Что, тогда я соло буду собирать или кто-то еще? Не, не, с тобой Мэтнери будет собирать. Окей. Монки, тебе надо баф или не надо? Так, а что у меня? Ну я все равно автотачить не буду. Коби? Коба, тебе баф мой заходит же? Что? Истерия тебе заходит? Но только после крыльев, иначе она заменит их. Ну, скажешь, когда тогда кину. Окей. Сейчас локла ждем. Ага. На ФК. Метки сейчас поставлю. Вообще, я дождусь 100 стаков от шаров и скажу, что ты истерию дал. Скажешь, когда да все. Так, да у него уже второй раз откатится истерия. Становимся в метку. Ну, у него 3 минуты как бы. А, выпейте сапроты, кстати. Выпейте сапроты. Не забудьте, очень важно сапроты иметь. Брелл, вы баф обновите? Да, Белл на сотку. Что-то тем от огня ставить, нет? Ставь. Лучше ауру. А, ну у нас паладин есть, да. Капаясь, нажмешь ауру от огня, тогда то там не надо ставить. Да-да, но я еще мастер ауру могу нажать. Ну, нажмешь и на перебежке, когда будем бегать, нажимаем мастер ауру. Ну и что получается, с темной туда побежим, как раз будем белый лутать урон нажмешь. Так, ну все, метку, кто там не стал. Коба, вставай в метку. Что, строил, да? Что? А, два танка, да, получается? Ну, как бы да, двое ловят просто. Шаман, встань тоже в метку. Не дамажьте, пока я не скажу, иначе оторвете агро и все. Давай, отсчет даю, Анхоли, и поехали. 5, 4, 3. Ну, тебя агро оторвут, Анхоли, я не знаю, что ты с темной. Так, блядь, всегда ж танки с темной или что? Они когда два разных танка. Ладно, ждите, Хант, может, напуливать, дамажьте. Ждите, ждите. Сейчас мы нахуй тебя все оторвем, еще раз пойдем. Все, можете дамажить. Живой с немного набирает коба, дай ему салю. Давай, истерию. Готовимся, сейчас способность будет. Что там хуйня какая-то, блин. А, темную взяли все. Взяли все темную. Дамажем поменял метку. Сейчас. Перебегаем, нажми мастера, побежали. Встали все в метку, ровненько. Дамажем, я череп поставил. Кто собирает сферы, тоже поменяйте. Хуёво, что договор не прокнул. Ничего страшного. Так убьём. Сфера хорошо собираем. Готовимся. Иди туда, Мэтнери, на ту сторону. Готовимся. Поменяли. Сферу поменяли все. Бьём теперь в темную. Ебать, а чё так больно перелетело? Перелетело что-то. Да, жестко. Не бафаем, ну не резаем, перебежали.
Перебежали. Да бейте, не надо бэрить, лучше оставьте на танк или что-то. Да. Понадобится. И так убьете. Процентов у меня агро. Не надо было. А, БЛ, ну, реснем, если что. Пока все равно не давать было. Скоро спецспособность. Туда же дамажим. Там фоли сам собьешь, темный. Сбивай. Гангрена, дай меня салю, пожалуйста, кобец. Друль, сходи, ресни. Хожу во сне. И сразу к нам вставай. Бери метку, только хожу во сне. Белую бери метку, хожу во сне. Прохильте его сразу, к нам встанет. Вставай, хожу во сне. Я понял, пошел. Здесь. Вставай и метку белую бери. Готовим спецспособность сейчас будет. Поменяли цвет, дамажим в белое. Быстро. Все прожимки скиньте. Хожу во сне, собьешь. Собивай. Он отвалился. Ну, ты сейчас один собираешься, что мать нейри. Перебежали, побежали. Нажми мастер аур, побежали. Все, дамажим белое. Еще одна будет способность. Старайся собирать по максимуму тнели. Готовимся по способности. Ничего не меняем, добиваем босса. Давай Геру. Что это вы? Она нужна была Геру? Ну, блин, пиздо. Что-то я не знаю, нужна не нужна была, но ничего страшного. Опять этот даггер, блять. О, нифига с лечением. Бля, да ну нахуй, ну я его сейчас не сролю, конечно же. Сюда, даггер, здорово. Кто знает, может сролишь. Не сролю, блядь, я неудачливый. Посох, да? Посох вообще просто, такой охуевший. Вот! Ёбаный в рот, ГЦ, сука. Я на сову, короче, такой хочу. А в итоге на ШП. Ну ладно, чё, на ШП. Теперь я просто обязан шею доделать. Бомба, блять. Так, у меня кожевка есть, если чё, 450. Ну, в смысле. Хорошо. Что, я в танке остаюсь или как? Не, в одного танка будем бить. Спека всё, да. Уводить буду? Да. А как одного танка? А есть сердолик у кого-нибудь с тобой, Ардин? Нет, сердоли. Если джипса поставить, то можно дать. А два есть? Да, 5%. 7. Сейчас джипса-то поставлю. А вот эту ачивку дали, это типа сотку кинул или что? Да. Ебать. Жадина, да, или что-то? Да, перекурить раз... это. Блин, киньте дерево, кого там сердоль нужен. Ну, нет, а есть готовый, который нет? А, готовый на что именно? Ну, 30 заклинаний. На силу. Готовый. Найди на свои силы. Я могу сделать, но мне нужен камушек. А твою мать. Алкашный же там нужен. Не, у меня есть, но у меня не те, которые надо. Мне нужен, типа, камушек, который... из которого делается алкашный. Я потом сделаю спокойно. У меня есть сердоль, а алкашного камня нет. У меня все в планке. Я с собой не вон джипс на... стоит. Да. Если можешь юзать джипса, вон стоит. Не, не могу. Сколько сердолей у тебя есть? 7. Надо 6. Зачем 6? Не хватает. Я сама коплю себе, пусть будут. А тебе зачем? Ну вдруг шмотку заменю, какую-нибудь закину сразу сердоль. Не, лучше. Да. Не. Давайте мобов соберем, позаливаем. Есть тема, что не возвращается. О, сюда заливать мобов. Женя, ты колотушку на хила, что ли, оставил? Mm? Колотушку на хила себе оставил? Или в кальт живешь?
Не, она у меня лежит, если вдруг оффхенда выпадет. Какой-то отличный. А, побьет еще подойду. Поехали, ёпта. Что, курить, да, можно? Да. А чё вот так неинтересно? Давайте всех соберем, потом залим. Согласен, там... Кобяйца наболиваем. А он и не против. Так. Что, ждем, когда все придут? Рыбку поставлю, все будет. Ой, одного танка, блядь, плохо, сложно. У тебя что-то... Мутнери проблемы с танкованием мобов. Босса отлично держит, мобов плоховато. Короче, будут выходить мобы. Два моба. Я буду контролить одного перед боссом. Одного заливаем, потом второго подводим, второго заливаем. Тебе надо будет мутнери там тычку давать или что. Ну, я, в принципе, буду тычку давать, главное переагрить с меня, чтобы я не умер. Вот, анхоли ты знаешь, да, когда выводить? Тебе буду говорить, ты тоже следи, чтобы я могу забыть, затупить. Вот. Бопы. Что у нас по бопам? Два бопа. Кабайс, гангрена. Кабайс тогда первый скидываешь, гангрена второй. По сферам монки не забудь тебя сферы позбивать. Так, хорошо получается. Вот, шаман поставь защиту от сил природы тотем. Стамину, если кто-то забывает снять себя, снимите лучше сейчас. Нам там сильно погоды не сделает. Потому что на ласт-фазе помогает убить босса. Вот. Вроде все. Что я забыл? Ничего не забыл. На последней фазе, когда босса переведем, мобы все равно будут появляться. Их нужно будет контролить. Первые два выйдут. Коба, законтролишь ты их, если мы уже переведем босса. Вот. Потом выйдут два, законтролим я с квадрата, а вот спирит с черепа. Мне обоих контролить? Да, ты же можешь обоих законтролить. Ну, если успею. Ну, будет отлично. Если что, кричи, там гангрена тебе поможет проферять. Каску по шаману можно? Каску по шаману. Сейчас все дадут. Войт, а ты куда делся? Все? Отправляю чарку. Ты сразу хочешь с готовым посохом пойти? Ну да. Ящики тебе не поставлю, 56 минут на него. Ну ничего, портанем-то давите. Ну, через шкаф. Ждем тогда воида, и можно пулять. По мобам. По мобам максимально быстро нужно играть. Не забивать на них, потому что танк один. Что с мобами надо делать? Просто переагриваешь мобы на себя. Вот выйдет два моба. Одного я забаню. Рядом. Я даю масло игру. Зачем хоть как продаешь? Не нужно тебе хоть как. На тебе будет сидеть. Ты на нем уже наберешь игрок в том времени. Выйдут мобы, ты одного просто там оружие кинь или просто переогри. Он до тебя дойдет, его никто бить не будет. Ну там могут задеть, но целенаправленно никто не будет бить. Я на него ставлю метку, тогда он начинает все заливать. Тебе нужно блок щитом не отдавай, пока мобы не пришли. В босса не отдавай блок щитом и станы не скидывай. Пришли мобы, сдал стан. Моб вышел со стана, сдал блок щитом. Если ты так будешь делать, то мобы тебя практически не будут дамажить. Вот. Главное, ты, чтобы мобы не убежали, а то они пойдут сразу на хилов. Если мобы будут убегать, он холит, тогда их это притягивает. Так, вот. Я с боссом уйду. Че? Я же с боссом уйду. Ну, не, я имею в виду, пока мобы... Да. Когда мобы выходят, у тебя всегда есть как минимум таунт. Прожал таунт, моб подошел, удар щитом. Твой самый первый фонарный, не требующий ярости, набор агра. Потом, что у тебя там, сокрушение. И все, и пошло-поехало. Ну, тем более ты стан дашь, пока встанешь. Это как у бекашки по дефолту дать ЛП. Также у тебя удар щитом, все. Ну, то есть один таргет, удар щитом, сразу брыв. И все, и потом пошел ротацию бить. Скинул этот... Да, сейчас я протонусь, и все, я могу что-то смотреть. Мэтнери, ты бдилку дал?
Дал КБ яйцу. Ага, отлично. Ну как раз буря будет отрывать моба. Я думаю, можно еще и СС-ку, если она не в откате, кинуть. Сейчас кинут. ДПС у нас много. Заливать будем быстро мобов. Только лучше от этого, только выиграем. Просто раз же Кобы не было, да, по-моему? Я не помню. Спросил Кобы. Коба, ты был в прошлый раз? В прошлый раз, да, был. Десятку, когда мы были. Тиски? Тиски? Сука, как грибы. СС-ки. Тиски? Он думал, он зашифровал, но мы догадались. Я не он, а она, ну ладно. Неважно, все равны. Все он. Все любят сиськи, правильно, все равны. Сиськи, сиськи, сиськи. Где? Кто сказал сиськи? Готов. Так, что, на АФК проверяю? Только суманить. Блин, ты что, оттуда не можешь домашнить? Торпеду кину, пока долетит, блять, вы уже убьете. Может, она как это, у кого там в доте, я не помню. Внеорбитальная, ебать. Накопительный эффект от расстояния. Там. Энчантрис. Козы. Так, все тут. Еще раз проверяю. Все, на бафы посмотрите, проверьте. Все, отлично. Ну, погнали, забегаем за босса. Сейчас отсчет дам. Раньше не пуляй. Так, ты контролишь это, ты мне скажи. Да, я по контролю. Ага, одного типа, одного он бьет, одного он сам. Да. А на последней фазе ты с какой стороны? На последней фазе я с квадрата, ты с черепа. Но ага. Вторую пачку, первую пачку ретрик, все контроль. Ага. Так, все, отчет даю, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Вышли мобы, два с одной стороны, я дальнего контроля, ближнего сразу забираем. Друид убежит, подойди. Забирай танк, друид, просто подбеги куда-нибудь, все отлично. Не бьем. Блять, ну пиздец, босса оторвали. Бейте моба, моба играть. Блять, что? Он на льдине закопался. С краю был вроде. Да, с краю. Ну, пиздец, что. Ждем моба. Нужно будет все прожимки отдать. Но если мы будем ждать и этого не бить, то будет 4 моба. Но если мы сейчас этого подведем, вылезет еще и тот. Ну хорошо, давай. Ну, типа прожим. Мы уже проебали время. Бейте череп. Прожмись, танк. Еще моба. Еще два идут. Забивай танк. Бейте. За контролю я одного. Ну и второго получается. Уводи, Анфоли. Одного освободил, мама. Забираю его, Мэтнери. Бля, Мэтнери. Страшно, сука. Я грубаю. Кто в него? Не бейте его, мама, пока он не зашел на льдину. Бейте, блядь. Что второго бейте? Может, заново? Не будем? Да, умирать. Да, давайте по-моему. Да, просто мы Энтери вообще не понял, что ему нужно делать. Он сейчас пытался за боссом бежать, когда его Анхоли уводил. И кричит, почему у меня агро срывает. Ему, нет. Походу, было непонятно, что с него боссы снимают и уводят, когда выходят двое мобов. Но он за ним пошел, он даже моба не трогал. Срывали агро, забой. Ну, про товару тяжело в этом плане здесь. А кто в Омани ты посмотрел, кто был? Ты на Кабайца дал? Да, на Кабайца? Потому что Кабайц срывает агро дико. Ну да, он больше всех тут дает. Выки 25 было такое. Я срывал агро, но я скинул. Нет, тут надо на Кабайца по львонке. Он еще массу бьет хорошо. Я тогда не кинул выки и ВК десятки. Ну, потеет. От тебя зависит, что мобы нужно держать тебе. Мы тут с этим ничего сделать не можем. Тебе нужно их удержать. Если прям большая проблема, давай Анхоли тогда в наглую притягивай сразу моба, да и все. Ему сразу стан скинут и поехали. А если он не скинет стан, я отличу. Ну, давай Коба будет скидывать стан тогда. Первый. Там дело в том, что если вдруг вот он начал отводить босса, если моб оказался не на луже, нужно успеть ему, чтобы он погружение не кастанул, дать стан.
А она сбивается просто, да, погружение? Либо притяжкой, либо станом можно сбить, либо тайфуном, либо элемовским откидыванием. Кушайте. Кстати, еще оковами крестовскими можно сбить. Хотя хуй знает, я не проверял. Ну, по идее, да, потому что ты стопнешь оба. Ну, попробуем, хорошо. Когда стан-то давать? Стан? Ну, как только моба притянут, сразу давай стан. Тут можно вообще не жопить. Он дальше за контролем. Ой, блядь. Сложная. Да сейчас пару хуй постреляемся. Ну, хотелось бы на 45-й убить трофей поранять. Не горит. Тут от количества. У всех есть, посмотрите. Все, все готовы, даю отчеты, поехали. Ёбаный. Никакой приботы не выпил. Мискликнул. Ничего страшного. Давай. Сжечь тебя надо. Вышли мобы опять с одной стороны дальнего за контролем. А лужа будет? Где лужа? Не бейте пока моба. Ведь там надо, блин. Все, бейте моба. Че, ну, на говне. Каст. Убил. Веду следующего моба. Забирай моба в следующую. Нужно максимально быстро перейти. Забирай. Анхоли, притяни его, Анхоли. Меня агро срывают. Я понимаю. Анхоли, притяни моба. Да. Дайте стан. Дал. Бля, ну пиздец. Каждый рейд лагает. Ну я же говорю, у меня лагает. Босс. Вышли мобы. За контролем с квадрата. Бля, забыл уже отвести. Вот в воде, Анхоль. Играйте в череп. В Анхоле отводи. Я отхожу, я замедлю. Второго моба танк сам забирай. Все. Бьем второго моба. Сейчас оно выкивает скоба с тебя на цель, которая будет этот воп. А, на локалмена дашь? Дашь на локалмена? Все разбудите. Ай, блядь, сука, даун. Дай БР, Монки. Угу. Воды сразу, сейчас разобью сферу. Разбил у воды, потом следующий. Друль на тебе. А, сейчас поменяется, да? Бьем скоробеев, да, Анхоли на тебе. А гангрена дашь ему воп? Все отбежали от него. Не забываем по скоробе. Близко сильно сферы, конечно. Придется еще одну разбить. Хотя, пусть на. Да, еще лучше разбить перед домом. Я на мне. К воде убегайте. Все, не разбил лужу. Давай за боссом. Скоробей, сведите, залейте скоробей. Сведите. Он на хиле скоробей. Вышли мобы. Контроль скидывают. Беги. А, блядь, все. Не бейте. Не бейте моба, еще раз говорю. Заливайте моба. Тащу следующего. Блядь, притяни Анхоли. Моба. Стан ему дай сразу. Оп. Ага. Все, босса, поехали. Вот сейчас нормально получилось. Ну вот учись, надо вообще безупречно это делать. Вышли мобы. Ближайшего сразу контроль. Ой, держи его. Забивайте ближайшего. Анхоли уводи. Отлично. Там не умри, только прохиливает руль там Анхоли. Второго моба тащу. Ага, отлично. Забирайте второго моба, заливайте. Что-то долго он закапался. Ну ладно, лужу сохранили. Все, у нас бомбы нету, так что так, кайте. Коба на тебе.
Воды нету сфер нихуя, да? Ну, здесь есть в квадрате. Ну, да. Вот в квадрате сбиваю, да. Живой с ней квадрата. А, другая сейчас. А, Монки на тебе. Есть попы или заходить? Нету, заходи, заходи. Не забывай. Нужно во сне прохильте. Далеко. Что умрет? Следующую цель, что там? Ну, не убежишь, вставай лучше на сферу, Гандрена. Я сейчас тебя собью где-нибудь. Может, убежишь? Смотри, если ботинки есть. А он же скинет вроде про ботинки, нет? Нет, вроде не скинет. Блядь, ну, хуёво. Ебать, он прыгнул. Что ж сферы не было? Сучка. А, у нас сдохли, блядь, все. У нас хил умер, умирайте. Монки, а чё ты? А, ты на этой был, на луже, да? Так, по ДПСу вроде проходим. Ну, по ДПС всё ок. Сейчас Симетнери получше ловить начал. Умираете, у нас хила нет. Ну, лично я скажу, я за протовара все прошел. Ну, это да, это трудно. Потому что один хант особой роли не сыграет. Нужно, фишка вся в том, что нужно ему, чтобы он подошел, блядь. А все осложняется тем, что вот на этой луже очень большое замедление, и про товару он огромный, блядь, только вплотную. И жук, он сам медленно идет по этой луже, и он пока дойдет, он, блядь, хуй наберет. То есть идеальный танк здесь ДКшник, это в любом случае. Ну, паладин у нас все держал, ни разу никто ничего не сорвал. Что... Паладин, он получше вара в плане, у него магии больше. А вара, она именно, блядь, вплотную идет. Вот этот мощный удар, чтобы он вплотную, реванш вплотную. Я не знаю, я все в порядке на варе танковал. Такой же рейндж, как у всех миликов. Здесь на X4? Да. То, у тебя типа протовар прямо сейчас есть? Нет. А чем отличается X4 от X3, например? Я на X3 не играл, не знаю. Ну, вот у меня просто на X3, типа, ядро одно и то же, один в один. Ну, возможно, палом еще легче за счет того, что у него там... У джагер... него больше ренжовых атак. Да, джаггерс... Да, да, я не спорю. И... Ну, хотя бы забирать, может, ему проще. Ну, там про товаром, блядь, хуёво здесь. Про товара зато стан есть, блок с щитом, которым вообще не дает по нему урон наносить. Ноль. Ну, урон-то это одно, но моб-то должен на нем быть, он срывается. И босс срывается. Сейчас нормально было. Сейчас со сферами намутили, то что монки закинулось. Пусть гангрена дает первый боб, потому что он с талантом. Типа быстрее. И он его откатит, скорее всего, к третьим закупкам. А сколько КД у тебя гангрена боба? Вообще, можно в два танка. Он холит ДПС 4, блядь, мы и так успеем. И у нас больше будет ДПС, а мы быстрее будем мобов бить. Кстати, чё он холит, ты так мало даешь-то? То, что водишь? Видишь, у гангрены боб 3 минуты, а у меня 5 минут. То, что я вторую фазу не дамажу, когда мобы идут. Ну, я тоже контроллер раздаю мобам. Ну, предлагаю, типа, анхоли просто босса держать. Или наоборот. Вот, он одного моба на себя заберет, мы его заливаем, и второго про товар подводит. Все, будет заебись. Ну, давай попробуем, я тоже, мне кажется, два... Так попробую. И сейвови будет, и ауешить будут без страха, типа, кабаев, слов. Если не попадает, да, такая нормальная. Ну, спека себе он холи, попробуй. Про товар в одну цель хорошо наберет. А сейчас, холи... что делать, мобов собирать? Тебе, да, надо мобов собирать, но тут контролить их не будем, их надо будет очень быстро убить. Ну, бля, видишь, с другой стороны... Вара из мобов держит и нажимает блок щитом, по нему 0 урона проходит. Ну вот он одного и будет держать, он и стан второму даст, чтобы ДКшника не убило. Все заебись будет, будет АОЕ хорошее, и по боссам и больше. Не блок щитом? По мне не мог попасть 5 раз. Он 5 тычек дал и ни разу не попал. Не попадает, он там у тебя типа собирается кап из уклонения, парирования и блокирования, и по тему урон. 4%? Но под твоим блоком щитом у тебя 100%. А, ну я понял. Ну давай, хорошо. Тогда просто мобы, когда будут подходить, Мэтнери, будешь мост станом давать, а так сиди на боссе. И мы за пару станов должны убивать моба одного. Ты спекнулся, Анхоля? Да. Так, посмотрите, я на глав. Я, получается, тусю возле босса, правильно? Или нет? Да, тусишь рядом с боссом, вышли мобы.
Один моб начинает подходить, ты его хоп, притянул, забиваем. Второй моб идет потихонечку, ты его тоже переагриваешь. Он когда идет, мы первого должны уже половину снести. Два моба дошло, Ментнери дал стан массовый, мы залили первого, второго уже добиваем. Ну, бить начинаем. Ну, давай попробуем. Все, и босса тебе тоже так же надо будет уводить. Грип 35 секунд, если что. Ну, тебе хватит. Я увожу босса или Анхоли? Я увожу. Блять, не, пусть Ментнери уводит, потому что он на боссе. Ну, я на этого Монки Анкрака поставил вмешательство. Пусть Ментнери уводит, на нем просто агро все будет. Ладно, даю отсчеты, поехали. Монки, не забудь себя разбить. Первый боб дает гангрен, если что. Хорошо. Агро. Сферу. Вон сбили. Мобы сейчас выйдут. Блять, страшно, пиздец, скинул агро. А где второй моб? А, мы же не контролим, блять. Поехали, в мобы играем. Давай, мастан. Мастан. Можно агро. Блять. Агро, на мне. Видите мобов? Мобов гулять. Быстрее, сейчас оторвет он. Закопал. Соберите кровь. А что боссом? Босса можно забрать, алло, блядь. Топ, а кто держит босса? Шаман! Тут перевар. Мэтнери, ты держишь босса, если что. Ты столько ДПСов теряли, ёпта. Если у тебя больше ДПС немного будет, если не буду отвлекаться. Вышли мобы. Играем в череп. Дай моста, Мэтнери. Да, сейчас дам. Дал. Давай. Ну, блядь, ну не давайте, если Мэтнери сейчас даст, мы просто в одного скидываем. Босса уводить не? Да, уводи. Мэтнери, все поздно. Ладно, добивайте моба. Он холи умер, блядь. 40 секунд ДБР. Че? У нас что-то с варом не то, я понять не могу, что не так. Падайте, не, это ебля, не нужно. Я вам говорил поставить на босса ДК. Почему вы поставили вара, я не понимаю. Потому что проще мобов притаскивать. Проще мобов будет притаскивать вару. Он берет одного моба, который дальний, а ДКшник берет ближнего. Ближнего все начинают ДПСить без всякого страха, блядь. Да, ДКшка только притягивает, его тут же вливать начинают. Ну. На боссе должен быть нормальный челик с агро, а не про товар. Ну, если про товар, если бы уж раз даже держал агро, просто он потупливает где-то. Вот, анхолик, ближайший моб, он его берет, притягивает, его сливают все. Про товар пока два удара щитом даст, потому, блядь, мы за 10 секунд первого моба сольем. Все, мы слили, он подводит этого моба. Конечно, тут дело не в том, что про товар хуёвый. Не, про товар-то не хуёвый, просто так будет охуенно. А сейчас они стояли два моба под боссом, настакали ауру хосты и сложили ДКшника, чего не должно было быть. Слили одного моба, потом второго. Вар вообще, в смысле, босса не удержал никак. Он моментально слетел. В том-то и дело, ДКшник лучше будет. Даже то, что я спросил агро. Я же говорю еще раз, ДКшник на боссе. Вар дальнего, ДКшник ближнего. Ближнего сливаем за 10 секунд, там нехуй сливать. Просто так надо расставить. Ну, хотите так, хотите в одного пробуйте. Я предлагаю так. Самое заебись будет. Я предлагаю, чтобы вар не подходил с мобом, а ДКшник притягивал моба. Он даже в теории он даже и подходить может нахуй не подходить. Потому что, блядь, у него есть миллион станов, он погружение собьет обычным станом, и мы просто его сольем. Он подведет, конечно, для миликов, когда первого сольют. И никакой стакающейся ауры, никаких ваншотов, блядь, все будет сразу охуенно. Просто то же самое получится. ДКшнику нужно будет и на мобе держать агро, и на боссе. Ну, у ДКшника, блядь, агро в 4 раза, как не в 5, будет больше с ЛПшки, чем, блядь, вар там дрочиться. Вар будет минуту надрачивать, а ДКшник за 10 секунд это надрачивает. Вар, ребята, кстати, держит агро. Ладно, не будем спорить. Хорошо, давай сделаем, как ты предлагаешь. Пусть ДК постоит на боссе. А вар мобов. Смотри, Мэтнери, выходят мобы. Лови дальнего моба, который идет, то есть... Ну, на твой взгляд, какой дальше, того и держи. Его держишь рядом с боссом, вот здесь вот стоишь. А второго моба, которого не держит Мэтнери, он холит, ты притягиваешь. Ну, а Гриш притягиваешь к себе.
Мы его заливаем. Ты делаешь и босса, и моба. Начинает у моба хп там меньше половины становится, Мейтнери подводит второго моба. Второго моба подвел, его убили, Мейтнери выходит, ждет следующего. Вот так вот. На вторых мобах, когда я буду уводить босса, нормально все там будет? На вторых да. мобах есть рейд. Он даст стан, блядь, и все. Мы там все. Там можно и свести двух мобов. Вот так, ладно, отчет даю. И поехали. Зарывание на 8-10. 4, 3, 2, 1. Будет у нас лужа? Все, убили, надо да? будет сейчас. Вышли мобы. Одного забирай. Встанет. Череп, свой контроль. Все нормально. Играем, который под боссом. Поставил череп на него. Мейтнери, сильно близко их держишь. Я тебе говорю, что нужно было рядом с боссом. В следующий раз так близко не подводите. Быстрее заливаем. Второго поехали, мобы. Все, отлично. На стороне держать. Ну, не прямо под боссом, не, рядом с лужей. Тут прикол в том, что если мобы рядом, то у них настакивает скорость атаки, скорость каста и так далее. Все, вышли мобы. Играем в череп за контроль второго. Встанет, все. Поехали в череп. Босса уводить, нет? Уводи. Ретро, кинешь это стан. Можно? Все, подводи его, обоих заливаем, дашь на стан. Попал. Ну, паном попал. Нормально. Заливаем его быстро. Гангрена дашь сейчас цели какой? Тебе готовься, нужно будет быстро дать. Скоробея убьем. Так, надруля дашь? Друга, не разбей. Друга, на тебя дадут боб. Все что, гангрена, смотри, далеко не убегает, да? Все, отлично, бейте скоробея. Друля, ты умереть хочешь? Подходи быстрее, подходи, ты что делаешь? Глуже подходи, глуже! Да я тупая, я знаю. Падать? Я не увидела короны среди бафов. Это как я вчера, или когда в прошлом КД был. Бафов много еле нашла. В смысле, так ты даже не бежала к луже? Да я баф пока нашла этот, блядь. Так, а ты бежать и искать баф не можешь, да, сразу? Не. Ну ты же знала, что на тебя двигаются шипы, чё ты к луже не встала сразу? Это как курить на ходу. 90% не могут. Ребят, ну это уже вообще, типа, если вы не можете закайтить, сделать красиво, не делайте, просто, блядь, встаньте рядом с лужей и ждите боб. Вы хотите, чтобы я кролу начал отнимать? Ну я начну отнимать, но это уже... Нажми объединить бафы положительные. Тут в десятке нету столько бафов, чтобы они не влазили. Он был в пятке, у меня вчера, блядь, боб не влез. Смотрите, баф. Лапы гнида. Гангрена, у тебя, видимо, настой заканчивается. Перепей. Все, подходите, босс. Тут все несложно, просто соберитесь, блядь. Даю отчет и поехали. 5, 4, 3, 2, 1.
Я кого череп буду давать, в нем Этнери не нужно тебе ловить. Мы у него играем. Да? Вышли мобы, вот череп играем. Ждем сейчас его. Встанем. Все, в череп поехали. Подводи, бум, моба, да, отлично. Играем моба второго. Все, допиваем и босса. Мобы вышли, играем. А, притянули его. Уводить, не? Уводи, уводи, босс. Череп подайте, уводи, поднятый, подводи. Там есть череп? Ага, отлично, все. Заморозил, сейчас рядом закопается, осторожно. Закопался рядом, разбейте эту сферу, не нужно бобы давать. Просто подойдите к этой сфере, на пом будет. Монки. А, Монки, успеваешь? Давай, к воде. Остальные вначале остались. Ждем. Гангрена, у тебя есть боб? Плюс-минус кинь. Есть, есть. Все, отлично. Друль, на тебе. Стой рядом. Тебе дадут. Его снимать не нужно, если что. Просто, когда он начнет заканчивать, что-то на двух, тебе нужно забежать. Все, подходи. Заходи. Лучше так. Бьем с корабля. Коба на тебе, дашь там на себя. Аккуратно, одна из них хантовая. А, к правой беги, Коба. Он, которая не это, к другой беги, к другой. А, беги быстрее к другой, Коба. Очень это не другой, та... блядь. Это не лужа, блядь, это хантовская. Тебе же три раза сказали. Почти. Ну, ебать, я подумал, что это лужа. Кинь БР, ну четыре раза тебе сказали. Кидай БР, поехали в босс, лужу сбейте. Кидай. Чем вообще эту лужу дал, блядь? Сори. Запутал всех. Поле забери. Сбей на первую манки. Сейчас. Вперед. Ждем сферу и потом будем череп. Ждем. Это вообще такой пиздец, бля. Бейте с череп. Ну, загри его. Заведи танк, заведи обоих. Я встану. Падайте. Бля, ну это какой-то пиздец, ребят. Ну вы прям жестко тупите. Начинайте раздупляться, блядь, чё вы. Стопайте. Повернитесь спиной, просто умирайте. Ну скоро и за 40 попыток не полутаем ещё. Там же есть, там за 25. Давайте, короче, в следующий раз это тупит, минус 20 кролла лутает. Как бы мне не важно, там не заметил, не успел, не услышал, не заспелил. Просто не лейте вот это голубое говно на землю. Ну, все заметили, кроме тебя, Коп. Нет, честно говоря, я тоже думал, что это лужа. Я думал, еще одну просто. Ну, я на автоматах просто действую в таких ситуациях. На автомате тебе два раза сказал, еще до того, как тебе боб кинули. Дживс есть у кого-нибудь? Это фигня была светлая. Ты, но короче, не прям синяя, как лужа. Я тоже подумал, что это лужа, по факту. Ну, в следующий раз минус кроллу, и хант полутает, и тот, кто рядом с этой лужей будет стоять. С корабеями проблем нет. Их надо просто убивать. У них хп там 50 тысяч. Дживс есть у кого-нибудь или хломбот? Пушка починись, он хломбот поставил. Тоже быстро в туалет сбегаю, пока лучше. Давайте. Валера, а ты хули тут затесался и молчишь, сука, мелкий, блядь? Пиздеть. Я просто наблюдаю за это. Ну, хуя. Он сидит про себя по-любому. Смотришь, как я кнопочки хуево жму? А я за Монки смотрю, не за тобой.
Я узнал, что у него, блядь, 4 спека. На ханте 4, коралл. Лол, ебать. ПВПшный, блядь. За хантов шарит, да? Я ни разу не видел мункен крака на БГ. Так, что? КФТ 3, по-моему, сурва, да? Да-да-да, 3. Я готов разъебывать. Все тут, подходите к боссу. Ну, поехали. Скоро так припоты кончатся. Даю время на пол. 5, 4, 3, 2, 1. Да блять. Ну ебать. На одну какую-нибудь вставайте. Вышли моб. На друида моб один идет. Встань, встань, встань. Череп, череп играем. Добиваем быстрее череп. Блять, ебать, он улетел. Добивайте череп. Вон ты умер. Как, блять? В него поднулся, да? Каст, да, него, да, к нему удара. А чё, каст не сбили? Нет. Я хуй его знает. Я пока обвешиваю дотами, блять, ануба, там за каст кого-то убивают. Ну, типа можно лечь уже без одного ДПС. Кому сбивать сферы? Блять, нету? Все, я не понимаю, блять. Вот у нас раз стан, два стан. Он наебал два стана всего. Ага, сбитие коста тоже работает. Там, короче, косноязычие локал кидаешь на двоих, это того и другого. Да, они все равно быстро кастуют, у них на 100% ускоряется каст. Если... Сбить это невозможно, там же сбивается и обычным прерыванием, я так понимаю. Да. Но у него каст меньше одного ГКД, я просто не успел. Косноязычие... Нет, ну это... накидываем. Нормально будет. Мэтнери, не подводи, значит, так рано. Тут прикол в том, что если два моба стоят рядом, у них увеличится на 100% атака, каст. Кастить? Ну, стоишь, просто танкуешь. Просто рядом служишь. Стоишь, танкуешь, не заводишь лужу. Заводи, и... когда уже убьют прям. Возьми, подрежь сухожилие, если работает. Я не знаю. Да, в смысле? Тебе просто стоять и держать. Он тебе даже стаки не успеет набить. Ты для того и нужен в танке, чтобы тебе стоять и держать. Если бы можно было кайтить, мы бы поставили ДДшника кайтить. Терри, ты сразу объясняй, что тебе непонятно. Если тебе все непонятно, тебе еще раз все объясняют, потому что ты с каждым троем все меньше и меньше начинаешь понимать, что тебе говорят. Не напоминаешь то, что тебе было сказано. Ты переспроси раз 50, мы тебе 50 раз ответим по новой. На пальцах покажем, чтобы ты понимал. Чего? Еще лучше сразу записывать. Ну или так, я не знаю, где-нибудь сбоку на бумажечку повесить. Спасибо. Давайте, сейчас убьем. Чувствую. Вкус победы. Чувствую, это можно вилку в жопе, а все остальное предчувствие. Валерка пришел, сейчас убьем. А я тренер, знаешь, как в дотке шестой игрок? Здорово, да-да-да. Смотрите, баф, все, съесть. Друль не поел? Да, друль не поел. А вроде ела. Мало. Поела, выпей за любовь. За маму, за папу, за всех поела. Да ё, чё ты поехал? 5, 4, 3, 2, 1. Вышли мобы. Череп, поехали. Я встану. Все, вышел. Не подводи, жмите, стой лучше до тала. Все, поехали. Добивайте череп, поехали во втором мобу.
Он так-то почти докастовал, так что рано подводишь. Да, не подводи. Лучше так рано. Вышли мобы. Череп. Поехали, череп. Сейчас со стана выйду. Ой, вообще полностью. Уводи босса, дай коба. Я пытаюсь выпадать. Трейс череп у коба и давай на рядам будет. Все, пушка. Второго поехали. Готовься, гангрена. Он холи на тебя. Ебать. Да, беги, беги, ты успеешь, блядь. Ну ладно, стой там, пусть не. Все вначале ждем. Ты ж, блядь, боб готовились дать. Ну что ты. Что ты вот делаешь, он холи, блядь. Монки, коба дашь? Монки. А, на тебя, гангрена. Коба дашь гангрене. Че вы, блядь, хуйней занимаетесь? Ну я хуй его знаю. Ну так тупите жестко. Блядь, куда бежать? Тебе сказали, тут боб, нахуя ты за сферу забежал? Боб дали уже, когда я на сфере был. Боб дали тебе нормально. Вот тут я не соглашусь. Да он танк, блять, он бы еще там 3000 выйдет. Эти кто-нибудь или... Монки, сбей. Все в начало бегите и все до конца. Понял? Падайте. 40 секунд, БР. Да падайте, какой БР, блять. Умирайте. Да, ребята, что-то я хуй знаю. Тяжело, блять. Вы можете, блядь, довериться, что вам дадут боб? Если не дали, это проблема пала. Это ему минус кролл будет. Чем дальше начинаете ошибаться. Ничего, ебать, сейчас немножко КД, пару КД пройдет, блядь, будем лучше играть. Ну просто оденемся и с теми же ошибками будем убивать. Не, ошибки-то будем исправлять, блядь. Я подрастерялся. Потому что когда кинулся на меня, я смотрю по сторонам, сфер нету. Ну, типа, и вы говорите, беги, беги, ты успеешь. Я смотрю, ты просто понимаешь, что боб висит. Да, я говорю, я смотрю, куда бежать, и я не вижу, как бы. Ну, я стою просто на месте. И появляется лужа рядом со мной. Ну, типа, монки такой, сейчас, типа, собью. Появляется эта лужа. Ну, и как бы я уже просто машинально, и типа, тебе боб дадут. А я уже зашел в этот момент. Ну, то есть, я уже сделал шаг на льдину, и мне дали боб. Я боб понимаю, 6 секунд, да? Следующий раз я буду доверять. Я говорю, я растеряю. За 6 секунд ты успеешь пересечь ползала. То есть даже если бы тебе не сбили вторую сферу, тебе бы дали боб, когда к тебе подъехали шипы, и ты бы успел, блядь, пешочком, ножками добежать до первой сферы. Казалось, что я не успею добежать. Ну, там уже выбора нет. А был бы Эридаром, успел бы. Сука, только хотел сказать. А еще ему, наверное, в сторону воды не надо было и бежать, ему надо было тут стоять. Тут же танк. Босс был там, он боссу побежал. Да, он я за ним чуть успел. Тут насчет танка согласен, мог бы незыблемость поржать бы, еще бы чуть-чуть бы пожил бы, там уже боб. Ну, тут, конечно, нет, сложно. Я не каждый день танкую босса. Не-не-не, я тут с тобой согласен. Там вот я смотрел со стороны Монки, и как бы там получилось почти одновременно. Разбивается сфера, на нее стоит он холи и боб. Там, ну, как бы сложно. Наверное, 90% бы людей бы так же бы сделали. Появляется лед, ты понимаешь, что тебе пиздец сколько бежать, а ты на лед заходишь. Тем более, что босс стартовал примерно отсюда. Так, говорю, готовься. Метнери. Все, даю отсчет, поехали. 5, 4, ай, блядь, не туда наполнил. 3, 2, 1. Он далеко, конечно, лужа, но ладно, ничего страшного. Вышли мобы. Притягивай любого. Все, поехали. Подводим оба. Нас бейте. Станут. Все, подводим оба. Играем в оба.
сносим-то вообще бодро. 20% отлетаю. Вышли мобы. Встань, встань, встань. Череп, поехали. Холи, уводи. Да, 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 да. Нери, заводи обоих. Пожимайся. Лоб, что он мне поехал. Онки, не забывай про сферу. Гангрена есть у тебя, Боб? Гангрена. Дашь на себя, если у тебя есть Боб. Ну, он у тебя остался или нет? Скажи плюс-минус, кинь. Есть, есть. Все, Анхоли, бегите, дадут Боб. Все в начало убежали. Холи, только не за долго не застой. Ебать. Ну, успел, ладно. Локал на тебе. Не надо ему боб давать, ничего. Так забежит. Че, босс? Ну, забегай, забегай. У тебя, если что, еще телепорт. И все, сейчас вылезет босс, готовься. Води до конца, вы спирите. Все, поехали. Скоробеев сведите, залейте. А, ебать. А сейчас мобы выйдут. А, есть что-нибудь сфера какая-нибудь? Да, выйдет. Это сейчас упадет. Не уйди далеко. Или... А, или... А чё? Ну, говори, Монки, чё? Все, все уронили, уронили. А, бей... О, блядь, сука, страшно. Все уронили. Бейте, череп. Убейте, блядь, скоробея. Скиньте агроссия, хил подойди под мили. Теневой сбейте. Станы есть. По второму есть стан. Подводи второго. Поехали. Скоробей, блядь, до сих пор живой. Блядь, такой сумбур происходит, пиздец. Угу. Сейчас мобы вышли уже новые. Там. Череп, поехали, Монтнери, держи, держи, не заводи, не заводи, близко их не стой. Видишь, как хорошо, что они кастуют? Уводи, да, уводи. Монтнери, заводи. Забиваем. Что, у нас укобы еще есть, да? Не надо, давай. Давать или нет? Нет, давай, сейчас заводите, заводи, хожу во сне, беги. Ну дай ему боб, он не успевает, дай. Стой рядом, тебе дадут боб. Все, дали. Стой, только не затупи на двух, на трех секундах. Лучше на трех, если сомневаешься, забери. Отлично. Стоим у воды, он сверху. Все, нету больше бопов, поэтому не геройством. Стоим сразу за сферу. И вот там ближе к началу одна сфера. Ее разбиваем. А, ну я еще пока еще какое-то время. Отойдите от шипов. Крабеев не копите, блядь. Убейте их быстрее. Беги, малыш! Войд на тебе, и еще тоже тучку нажмешь, и до конца беги куда-нибудь. Смени два. На тебе, хожу с ней, просто убегай. Побегу. Тучка, ну, по луже где? Все, бьем босса. Надо контролить мобов. Коба, готовься. Луж нету, нужно будет контролить сейчас. Давай герой, поехали в босса. Здесь оставляю босс? Да, если будет сфера, но ее нету. Контроль мобов. А следующие выйдут, я с квадрата за контролем, будет с черепом. Хули контролить, они уже это... А. Что? Все, вливаемся быстрее, босс. Тупо босс играем. Босс вот, моб вышел. Сейчас выйдут новые, это все. Готовьтесь, хилы. Гимн задаю. Бля, вышли мобы. За контроль. А, бля, я правого контроля. Все, скинул у него контроль. Отлично. Играем босса. Есть у тебя пристамас хил? Нажми, чтоб они не просели. И подымите на фул, на ком метки стоят. Вам их нужно на фулах держать. Обязательно.
Моб идет один слева. Поднимаете? Прожимки на защиту, если есть, тыкайте. Обосрались, блядь. А, вышел Лойд твой из контроля. Там какая-то залупа его бьет. Меня мобы убили. За контроль. А, ну его танк держит, ладно. Не успели, ладно, Я скажу ошибку основную. Зря, вот смотри, вот он вылез у нас, да, 50% хп. Ты почему-то подумал, что мобы, которые до 30%, их надо контролить. Нихуя, надо сначала их слить и потом переводить босса. И даже если вторые мобы вышли по 30% до фазы, надо их тоже слить. И только потом уже в конце контролить мобов, когда он на фазе уже. А как их слить, если луж нету? А что, сейчас луж не было? Ни одной. Ну, станы Танит. Есть. Есть станы. Есть станы. Он закопает моментально. Есть протовар. Ну, моментально он никак не закопается. Сливать по-любому надо. Потому ну, вот что у тебя, это 6 мобов было. Ну, мы если в них начнем играть, мы, скорее всего, босса не переведем. То перевели бы. Надо первую пачку в любом случае слить. Сколько вы уже на Анубе сидите? У нас сейчас хватало контроля, контролить всех. Зачем? Почему нам... Да. Так их вышло, их вышло 6, понимаешь? Ну, мы потому что били долго. Ну, а мы ну никак и не сделаем по-другому. Вообще. Там проебали, конечно, это... Ханта проебали. То есть, ну, я не знаю, как там хэпал. Чисто проебали, да. Короче, надо было вот эту первую пачку залить, потом переводить. Даже если они выйдут, блядь, так было надежнее. Там времени дохуя до берсы, 4 минуты. Ну а метка ледяная вешается, она дамаг наносит только через 3 секунды. Если ну, не успел среагировать, хэпал свет небес, в одного, во второго шок, все пиздец. Просто хант умер, 8000 дамага. Когда хант умер, это уже было понятно, что все. Каску не нужно снимать. Ну как ты не носишь? Ты стакаешь минус армор. Ты тоже вносишь ДПС. В крайнем случае ты можешь мейнтнери моба одного держать, чтобы на него на контроль не отвлекались. Ну там, я не знаю, гангрена. Как ты проебал? Как-то так. Просто, ну смотри, у тебя показывают, у тебя Вуду или Хилбот? Хилбот? Там показывают, да, вот эти синие шарики? Да, там они показываются. Ну вот, ты типа постарайся, ну увидишь две метки, у тебя на танке частица, в одного сразу свет небес быстро начинаешь кастовать, и во второго шок. Хуй, кто у тебя когда сдохнет? Просто если чел без дебафа, и у него хп снижается, у него со временем очень медленно будет сниматься. Тому челов держите, который без дебафа на меньше середины, а кто с дебафом на фулах. Да, тут чисто хэпал, две метки ледяные, и все, частица на танке, и пиздец. Просто 3 секунды. Давайте, блять, не знаю, потраем еще пару траев, все продолжится эта хуйня, я не вижу смысла тут сидеть. Ну аж 5 минут перекур, ну чтоб, не знаю, люди там чуть-чуть морально отдохнули, ну мало ли. Да, люди начинают только концентрироваться, чем чаще мы играем. Они еще отдохнут. Я так. Нет. Я без сейф. Ну я считаю просто, что если люди отдыхают, давай, они... Давай дальше. Да. Я за. Погнали. Так, а что у нас? Рыбу поели? Все поели, посмотрите. Сейчас я к ману восстановлю. Еще и на 100 не выпал, охуел. Ну я до 16, блядь, типа, сейчас это самое, уже считай, минут 20 и все. Ну, я говорю, пару трав. Раз, два, трав. Надо более собрано подходить к этому боссу. Мейтнери, у нас в прошлый раз не было 4-4, мы били в одного танка. А вот видишь, здесь не получается в одного танка. Да, блядь, хули это 4-4? Там оно не дает особо чего-то такого, пиздец. Не, ну, хорошая плюшка просто. Ну, я к тому, что, блядь... Даю отчет и поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Лужу. Вышли мобы. Да, мертв. Сейчас. Черри, поиграем.
встречали. Угу. Следующего моба. Блять. Вышли мобы следующие. Можно фридом пока? Уводи. Да. Мы Терри подводи. Удивительно, но, блять, присты 2-3 ДПС. Очень странно. Метнари, стой, жди, тебе гангрен даст бот. Не затупи, забеги туда, Метнари. Ага. Стоим его, дождем. О, клана. Да, чтобы... А, вот спирит. А, не давай ему сразу, он сначала тучку. Сначала прожмёт. Тучку я скажу. Хорошо. Так, тучка. Давай. Ага. Так, 5, 4, 3, 2, захожу. Локал ман, убегай в конец, он должен выкопаться. А, нахожу во сне на тебе. Ага, убегай в конец, еще выкопается. Выкопался, все. Сегодня он с корабля объебался. А лужу заводи. Скоробеев слейте, сыграйте скоробеев. Ладно, этого я сам добью скоробеев, все. Мобы. Мобы уехали. Стам. Добивайте мобы. Вышли мобы. Замерз. Метнери, беги, подводи, уводи босса. Фридом можно? Выбирайте. Чёрт. Закопался, ждем на конце. Ждем с корабля. Холи, на тебе, беги. Успеешь, тебя прохилят, беги. Если что, прохиливайте его просто. Дал щиток. Все, давай. Ну, в лужу, ну ты что, в лужу, беги. Ну, холи, ну БР я... БР есть, давайте, играем. Иди. Кинь БР вон, холи. А, Околмен, на тебя, беги. На черепе разобьем. БР. Спасибо, да. На тебя, Андрюль. А, поменялось, скажу, если на тебя. Сейчас разобьете и куда-нибудь в очко убегай. 10 секунд. Гангрена, убегай. Сейчас вырезает. Он фоли, убегай куда-нибудь. Прохиливайте его, если на него шипы наступят. Он еще там подержит 2-3 тычки. И прожмешься, если что. Если до тебя наступят уже шипы. А, все, вырез. Все, бейте босса, свидеть скоробея. Сферу роняю. Давай, сейчас мобы выйду. Контролить или не контролить? Не, забиваем. Ты второй раз только закопался, нет? А я не знаю. Кто смотрел? Валера, ты смотрел? Этих слить, алло. Забиваем, конечно. Рано подвел, рано, дай мастан. Все. Коба, обнови мастан. Понял, ты сказал. Нет у меня мастана, все. Моба. Давай Геру шаман. Да, надо переводить. Сейчас выйдут следующие по контролю, чтобы уже не успеем перевести. А, ну хотя успеем. Выйдут все равно по контролю, чтобы Угу, сейчас нормально.
щитками метки посейвим. Сейчас паладиновский, да? Прожмите на защиту, что у вас есть, не забудьте. Следующие выйдут мобы. Мейтнери, заберешь на себя того, который с квадратом. Войд, законтролишь того, который с черепа выйдет. Угу. Это сильно Войда низко держите, потому что сейчас убьет. Пришлось прожать Тима. Пильте, монки. Готовься, танк второй. Могут выйти сейчас. Прохиливать, поднимать. Нажми гимн. Нажми гимн, блядь. Ну ёбаный в рот. Сильно низко держите, очень низко. Даже меток-то и не было. А, ну монки. Пиздец, вот просто обосрались нахуй, в самом конце. Вот все нормально было, блядь. Ах, сука. Вот все то же самое сейчас надо сделать. Только просто я хуй знает, или мобов как-то запомнить своих. Вот два пала, да? И, ну видишь, еще хэпала тяжело, блядь. Ты хэпала, да, заставлял сейчас? Или ханта и кабайцы? Ретрик. Один ретрик только контролит и все. А. Ну, у него репитанс, да? Ну, он покаяние дает и этот... Короче, из покаяния он выходит, понимаешь? Вот в чем минус. Он не выходил из покаяния. Ну, под конец-то вышел, время-то сколько, оно же не бесконечно идет. Он точно не выходил. Ну, сколько там, долго очень стоит, как этот? Покаяние висит минуту и КД минута. Ну, так а он раньше выходит. Нет, такого не может быть. Мы умерли от меня. Не прохилили. Да, на Монке висело... Покаянием стоял вообще в жопе полный. Он не мог выйти. На Монке висела эта синяя эта хуета. Его не прохилили. Ладно, хорошо. А почему Гангрена умер от копателя? Это какой был копатель? Кто его контролил? Ну, это уже, скорее всего, вторая пачка вышла. Да не прохилили, потому что я умер первым. Вторая? Дайте ремонт. Гангрена, тебя вторая убила пачка или первая? Не заметил, если честно. Блять. Мне кажется, это была первая пачка. Давайте last try. Я уже заебался тут сидеть. Давай, чтоб Коба не отвлекался. Мейтнери поддержит первого, который выйдет с квадрата. Второго я за контролем. Поставила джипсу. Можно, знаешь, как сделать. На репитанс хуй забейте. Вот выходит пачка, да, вот которая первая. Мы сейчас перевели, вышла пачка. Мейтнери берет моба, подводит под босса, и мы его спокойно заливаем. А второго моба он фиряет, и по КД фиряет, репитанс не юзай. А вторые мобы, третий и четвертый, мы уже на шаклах поддержим. И тогда мы босса добьем 100%. Потому ну что... понимаешь, у фера 20 секунд, а у покаяния 60 секунд, я отвлекаться меньше буду. Дело в том, что Гангрену убил копатель с первой пачки, вот и все. Я не знаю, ну ты будешь отвлекаться, но мы убьем босса. Ну, я не видел, что Гангрен умер от этого сейчас. Каску ну, я видел. Ладно, не суть. Давай выйдет. Когда нужно будет контролить, когда мы их не будем заливать. Первого поддержит танк с квадрата, а второго я за шаклу кину. Потом если выйдет вторая пачка, которую мы не убиваем, тогда с квадрата кинешь шаклу, а с черепа фернет пал. Ладно, давай, похуй, давай. Тут особо там... Если все правильно сделать, нужно нормально идти в любом случае. Да, только четко сыграйте, прям пиздец. Так, посмотрите, баф. Сейчас на 100. 3 секунды буквально, мам. Повыпейте хотя бы алкашные там любые настрои. Готов. Все, запускаю отчет. Так, я с квадрата 5, последних могу, да? Я все буду озвучить. Вышли мобы. Заморозим. Вытягивай. Да, страшно, сука. Заводи второго мобу. Сбейте им косты. Второго моба сыграли. Thank you.
Слышь, не могу. Сейчас, стан. Поехали в чай. По ДК дайте фридом, пожалуйста. По воде. Монтарии забегай. Закопался. Жди гангрена как-то будет. Оба на тебя. Гангрена дашь, Коби? Че это за пиздец? Гангрена? Так, а что тебе не дали боб или что произошло? В меня влетела тычка 28. Давал я боб! В меня тычка прилетела перед бобом. Хорош. Ну, скинь. Как раз когда к тебе подходило, ты тычку получил и получил боб, а потом ты с бобом зашел. Ну, чтобы не спорить, открой журнал боя и посмотри. Все будет понятно, кинули тебе боб или нет коба. На КД боб у меня. Кидал ему боб. Еще разок победный. Не, пизду. Я устал. Добивать будем до проносик? Я, ну, хотите? Ну, я приду стопудово. Воскресенье на сутках, а остальные три дня приду. Понедельник, вторник, среда. Можно. Покидайте плюсы, кто не против. Я хочу добить, нахуй это оставлять. Мы можем, мы все это видели прекрасно. Мы просто свежие придем, убьем. 7 человек. 20.00. Это по какому? По Москве или по Дальнему Востоку? Какого-то ДД доберем. А, ну все. Ну, в принципе, все за. Ну хорошо, давайте я поставлю тогда на понедельник. На 20 вторник. Я смогу, только в 13. Ну смотрите, 8, 9, 10 число, кому там когда удобно, скажите, или пофигу вам. С понедельника по среду любой день. В принципе, у нас 37 попыток, можно по 13 попыток. Не, не надо так. Давай понедельник, хорошо, понедельник 13.00 я поставил. Встали, проснулись, на следующий день с новыми силами, освоение, все дела. Да заебись, убьем, ну нормально будет. Валера, придешь танковать?